Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я делюсь с вами проверенным рецептом постного печенья на томатном соке. Печенье получается пышным, нежным и очень вкусным. Всем рекомендую приготовить. Для печенья нам нужны будут следующие продукты. 90 мл томатного сока, 40 мл растительного масла, щепотка соли, пол пакетика ванилина, это 1 грамм, пол чайной ложки разрыхлителя, 100 граммов сахара и 220 граммов муки. А мне сегодня на кухне будут помогать мои дети Владик и Викуля. Ну что, замешиваем тесто? Да! Давай, Викуля, начинай. В миску выливаем томатный сок. Владик берет ложечку. Сок, вот это? Да, да. И выливай в миску. Молодец. Дальше бери сахар. Сахар. И высыпай. Владик будет все размешивать. Давай, выливай растительное масло. У нас сегодня постное печенье, Владик, без яиц, видишь? Но будет очень вкусным. Добавляем разрыхлитель. Щепоточку соли. Викуля, соль осталась. Пальчиком, пальчиком. Вот так, высыпала. Ванилин добавляем для аромата. И по чуть-чуть добавляем муку. Остался немножко разрыхлитель. Вот так, молодцы. Теперь, Вика, добавляем муку. Только не всю сразу. По чуть-чуть. Владик будет замешивать тесто. Ну, она большая. Ну, да. Ну, подними чуть-чуть силу свою. Еще, еще, еще. Еще. Больше. Во, не, не, не. Оставь, оставь. Теперь Владик будет вымешивать тесто руками. Викуля, добавляй чуть-чуть муки, а высыпай всю. Владик пусть замешивается. Вот. Давай, сынок, работай. Сынок собирается? Да. Тесто, молодец. Да, я пытаюсь его собрать, и оно прилипает. Ничего, вот, ничего, ничего. Я его собираю. Молодец, вымешивай. А вот, а нет. Вот и нет. Викуля, ты любишь выпекать печенье? Да! Сделаем сегодня печенье из томатного сока в виде сердечек, да? Да, 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 да. Тесто у нас готово. Смотрите. Тесто шарик. Хорошее. Как шарик. Немножко при раскатывании теста мы будем добавлять муку. Хорошее тесто. Мягкое, да? На подсыпку добавили 50 граммов муки. Немного вымешиваем тесто. И будем раскатывать. Духовочку включили уже разогреваться. Викуля приступила к раскатке. Нравится работать вам с тестом, дети? Да, да. Тесто раскатываем потолще,
Толщиной в 1 сантиметр, можно немножко тоньше. Духовка уже разогрета, выдавливаем печенье в виде сердечек. Хорошо только, дети, выдавливаем. Викусь, ты в хаотичном порядке. Вон, смотри, Владик друг возле друга. Вот так вот и ты. Выдавливай. Молодец, сынок, у тебя хорошо получается. Викуся, и ты... Не, Викусь, сильнее, сильнее. Выдавливаем вот так, да. Чтобы мы потом остатки теста могли снять. Вот так, смотри, смотри, смотри. Вот так. Хорошо. Да, сердечко, выдавливай. Дави хорошо. Вот. Сюда еще. Вот так, одно поместится. Поместится. Сюда еще вот так вот. Добавляем одно сердце. Молодцы, молодцы. Печенье ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Выпекала печенье, а по внешнему виду напоминает пряники. В общем, пряники выпекались в духовке 20 минут. Печенье готово. Насчет выпечки хочу вам сказать, если раскатываете тонко, то значит печенье испечется быстрее. Если потолще, то это будут у вас пряники, и выпекать их нужно 20 минут. Всегда ориентируйтесь на свою духовку. Разламываем и смотрите. Нежные, мягкие прянички. Вкусные. Сверху их можно посыпать сахарной пудрой для украшения. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. Ну что, пробуем печенье? Да! Давайте, берите свои сердечки, готовили вместе с мамой. Очень нежные. Нежные, вкусные, да, пряники? Да. И вкусные. Вкусно. Я очень рада. Кстати, томатный сок вообще не чувствуется. Смело готовьте. Выпечка просто чудесная. Дети оценили. С вами была Ира, Владик, Викуля и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, с радостью на все ответим.